И продолжим детскую тему. Они не заблудятся в дебрях букв, с легкостью преодолеют лабиринт цифр. В Курском госуниверситете прошел региональный этап Всероссийской олимпиады младших школьников. Более 60 малышей попробовали свои силы в русском языке. В два раза меньше проявили себя в математике. Они уже на низком старте. Вот-вот выйдут на олимпийскую дистанцию. Здесь проверят не только уровень знаний, но и творческий подход и нестандартные решения. Чтобы хорошо знать русский язык, надо еще читать, чтобы запоминать правила, как пишется. Я читаю в основном русские произведения русских писателей, а в основном курские. Например, Носова. Каждый малыш активно готовился к испытаниям. Соня Князева решала задания из интернета. Сложности у нее вызывают... Наверное, фразеологизм. Сложнее всего? Почему? Не знаю. У нас как бы в семье не так много их произносится. И я их не все знаю. На этом этапе олимпиада для ребят закончится. Выйти на всероссийский уровень они смогут в старших классах.